Гуд. Я вижу, что эти прыги потому не работают. Ну да, что-то они не работают. Держи. Там камни засунуть, кто-то на подкладку выходит, потерять. Который мне тут Александр Борисович пошел. Это походу здесь надо завтра открыть, а здесь мешки стоят. Написал. По радио говорю, что завтра. Кто хочет пить, поднимите руку. Кто хочет пить? Видимо, была куча, нема. Ну, забрали отсюда. Вывезли. Видишь, не открылась рыба, пицца. Блин, фиш, пицца. И в Шубаракуде тоже есть летняя площадка. До сих пор стоит. Наверное, что-то серьезное. Нет. Фотографию обходим. Какой-то подошву, может, на замену отправили. Тому. И ж такое аутентичное пошло. Вон там следы. Ну все, ну это вроде может туда пошли. А давай посмотрим, Дим. Подожди, у меня надо быстро там сейчас. Смотрим сюда. Там доехать сюда, чтобы не наступить. Но тут что-то быстро пошел, да. Ну, там есть немного людей, может быть, он допустим переведет.
Вот это катер пошел, этот оранжевый, 721 сил. Ну, у него два мощных движка Меркурий. 721 суммарная скорость. Это вот когда этот рупором все еще привыкает, говорит, обрати внимание на море, отходит катер 721 сил. Точно видишь, к ним замедлился. Что он подходит на медленной скорости. Сзади коляска в сторону. Не смотри, точно будет забирать. Там уже две лестницы сбоку, они вот так уже лестницы стыковались. Ну пойдем, даже мы это надолго пошли. Ну да, пока, они все будут забирать. Да, дали запас, пригнали запас. Они ушли, там верхние палубы, там те, наверное, да, выходят. Да. Ну, что теперь не видно, но палубы объединились. Идем. Ну, я думаю, туда Мотанули дальше. Идем по той стороне, за ВТБ. Я видел, как это все происходит. Как все происходит, это процесс раскрашивания. Прям дымит еще раз. Только не пускай.
бельгянские эти были. Кто? Бельгянские колбасы. Были. Них, на этом месте. Да. Но сейчас, не знаю, не сложилось. Сейчас их нету бельгянские, да? Ну да. Наверное, не сложилось. Это да, тут это не будет. Змеиная ферма, это что такое? Змеиная ферма, выставка змей. ГДК, сегодняшнего числа, по 25 августа. Вот эти, слушайте, массаж змеями, ой, мама родная. Не советую, Един, поверь. Еще массаж змеями, то все, можно комплект бросить. Нет, это эти хвосты... Чтобы по тебе змея вот это лазила, массаж по тебе делала. Ой, нет. Ты мне хоть 100 тысяч гривен дала, я не соглашусь. Но тебе никто такие деньги не даст. Можешь ли побыстрее? Барабанщик будет играть.